Так, привет, друзья. Сейчас иду забирать PSO карточки в наш радиоклуб. Сейчас покажу, где он находится и как он выглядит. Вроде там сделали недавно ремонт. Сейчас заценим. Так, находится у нас клуб по проспекту. Адрес 158Б Соборный. Вот такой значочек. Вот у нас вход. Главное управление области. По области. Так, зашел я. Где-то здесь лифт у нас. О, отлично. Так, сейчас. Так, все, вот мы зашли. 8-й этаж. Здесь находится радиоклуб на 8-м этаже. Hi, brother. Сейчас мы с Колей встретимся. Заберем у него мои QSL-ки, которым уже года 2 или 3. И которые только недавно я узнал, что мне пришли на КВ. В основном-то у меня на 27. Так, вот у нас где-то здесь радиоклуб. Вот эта дверь. Сейчас постучимся. Так, сходил в радиоклуб, снять не смог, потому что там КТК было. Ну, это было бы тупо, там человек 15 народа, наши радиолюбители разных возрастов, в основном пенсионного. Ну, как бы это не удивительно. Колян передал мне, привет Коляну. Привет, Колян, будешь смотреть. Передал мне QSL-ки, покажу сейчас в ролике, что за QSL-ки. Тут уже сама, ну, как бы цель не QSL-карточки, а просто, ну, плюсик поставить такой. Вот такие дела. Ремонт они там сделали. Я помню, раньше я как-то приходил, так там страшно было просто. Такой трэш, совковый трэш. Вот. Сейчас уже так повеселее. Все, покажу. Покажу карточки и прочее. Так, пришел я. Значит, сейчас покажу QSL-ки, какие я забрал. 100 лет не забирал в радиоклубе. В общем, это первый раз я там забрал. Такой у нас есть Женя, ОР-3 Щука, Тамара, Николай. Такой пацанчик юный. Молодец. Юный радиолюбитель. Мы с ним работали на 145 МГц FM, 17-й год. Вот его сестра. Каменка-Днепровский, это КТХ, Света, тоже работали с ней. ОР-5 Щука СС. Дедушка у них такой активист, молодец. Так, вот немцы, ДБ-3, Щука киловатт. Это у нас 12-й год, 28-3-5. Так, Швеция. Прикольная QSL-ка, коты такие. Это мы работали с ним. А где же мы с ним работали-то, господи? 21-255 частота. Так, ОР-6 Щука Василий. Это наши. Наши титаны. Так, ДГ-6СА. Немцы. Германия. Это когда было? 13-й год. На 14 МГц. Так, ДМ-4МП. Тоже немцы. ВССБ на 21 МГц. Я работал с ним. ХБ-9АФ. Швейцария. 28 МГц. Ну, так как я часто работаю на 28. Оскар Эко 2013В. Это у нас Фало QSO. 13-й год получается, да. Так, Дельта Оскар 1. Тоже вот немцы.
21 МГц, тоже в ССБ, 13-й год. 13-й год. Я прошу прощения. Опять же от Oscar Echo 2013R. 5 Швейцария, HB9 от ON4ANN. Такие QSL-ки коротковолновые. В общем, ничуть не хуже, чем на 27. Просто для меня-то это первые QSL-ки. У меня-то куча на 27. Так, Ортрищук, Оскар. Ольга Дима это. Это Олег. Даже не помню, чтобы я с ним работал на десятке. Ну, правда, это 13-й год, бог знает, когда был. Так. IQPG. Вот. Он итальянец. Что это у нас? Да, Италия. 14 МГц тоже. 17-й рик. 17-й год. Так, и вот испанцы. Echo Delta 5 LD. Висенте. 28 МГц тоже. 13-й год. Вот такие QSL-ки я получил коротковолновые. Всем спасибо. Кто, так сказать, ускорил процесс получения этих QSL-ок, потому что там такая запутанная история была. Долго их не мог забрать. Но забрал. Так что, кому понравилось. Да, фотки я приложу радиоклуба, там, радиолюбителей будет, ну, как бы фотографии, потому что я же видео не записывал. Ну, некорректно было бы. Слишком много людей было. Так что, такое вот, такие вот QSL-очки. Так что, ребятки, 7-3 и до побачення.